невозможно представить современную жизнь без фотографий. А мы ценим творчество тех, кто смотрит на этот мир сквозь объектив. На фотографии моя мама и мой муж. У обоих моих родных людей очень сложная профессия, но, на мой взгляд, они одни из важных, одни из нужных. В течение 3 лет Министерство внутренних дел проводит такой прекрасный конкурс. Люди, которые участвуют и рассказывают о тех милицейских буднях, которые каждодневные для нас, но во всем этом люди видят нечто свое. И вроде из простого фотоснимка преобразуется в творческую работу. Сегодня нет, наверное, уголка на нашей карте, на карте Белоруссии, откуда бы ни пришли эти работы. Для нас каждая работа – это очень важно, потому что это чья-то жизнь, это чья-то история. Я благодарен каждой, кто находит время в этой сложной жизни, в этой сложной службе, уделять время своей красоте, внутренней и внешней, то есть создавая уют для всех остальных сотрудников, которые несут службу рядом. Очень неожиданно было услышать именно себя, именно в числе победителей конкурса, потому что все конкурсанты были достойные, все участницы. И конкурс приковал к экранам мобильных телефонов огромное количество людей. Все следили, все наблюдали за исходом событий. И я надеюсь, что в дальнейшем аналогичным образом конкурс будет продолжен, это станет доброй традицией для Министерства внутренних дел.